Пожелать всем доброго здоровья в это непростое время. Вот. Но я хочу поговорить о геофизических приложениях, задача о волновых аттракторах. Вот. Меня можно упрекнуть в том, что я опять рассказываю про аттракторы. Но вспоминается интервью с авторами песни «Макарена». Их спросили, не надоело ли им про эту песню петь. Они сказали, что это наше любимое дитя, и любимое дитя надоесть не может. Вот, поэтому я вот рассказываю опять про аттракторы, но про такую, как говорится, важную очень сторону этого явления. То есть хочется разобраться все-таки, можем либо не можем мы детектировать аттракторы в природе. Значит, ну это плод, все это исследование, это плод такой международной кооперации. Я уже похожий слайд показывал. Вот, я единственное, что хочу подчеркнуть, что по этой теме вот в лаборатории французской, с которой я сотрудничаю, уже 3 аспиранта защитилось, и еще 2 аспиранта как бы на подходе. Вот, и цель в том, чтобы вот рядом с портретами Натальи Шмаковой, Станислава Субботина и Ильяса Сибгатулина в ближайшие там 3-5 лет, ну, желательно, чтобы появились портреты наших российских аспирантов, которые бы, ну, по этой теме защитились, поскольку задача, ну, действительно очень интересная. Ну и хочется особо выразить еще благодарность Виктору Геннадьевичу Козлову за то, что вот Станислав Субботин в его прекрасной, значит, лаборатории находит время все-таки немножко в ущерб, может быть, основной тематике поделать эксперименты с аттракторами. Значит, я начну, напомню некоторые основные особенности, поскольку начинать все равно нужно как бы с, ну, последовательно. То есть, благодаря чему мы можем наблюдать аттракторы в природе? Значит, вот есть дисперсионное соотношение для внутренних волн слева, для инерционных волн справа. И известно, что если мы... имеется восстанавливающая сила, в одном случае частота сила плавучести, в другом случае сила Кориолиса. И благодаря этому существует возможность распространения волн в этой системе. Ну и, соответственно, вот можно наблюдать либо внутренние волны, стратифицированной жидкости, либо инерционные волны во вращающейся жидкости. Эти, так сказать, уже картинки были получены достаточно давно. Ну и вот благодаря тому, что при отражении волновой пучок должен сохранять угол наклона, ну, с вертикалью, либо там с осью вращения, то возникает возможность геометрической фокусировки. То есть широкий волновой пучок может преобразоваться в узкий. Если это повторить итеративно, как вот здесь подписано, бильярд волновых лучей возникает, то есть это такая очень специфическая разновидность задачи о бильярде, всю энергию, которая поступает в систему, можно, так сказать, сконцентрировать на замкнутой траектории, которая называется аттрактором. Ну и, соответственно, вот эту вот красивую, так сказать, теоретическую картинку, ее можно реализовать в эксперименте, создать экспериментальную установку. Очень важно, чтобы энергия в эту установку закачивалась на глобальном масштабе, то есть это масштаб порядка длины либо глубины этой установки, и тогда возникает каскад энергии. Значит, можно эту энергию сконцентрировать на аттракторе, ну и далее, если этой энергии много, то можно запустить и нелинейный каскад и добиться режима волновой турбулентности. То есть это один из немногих экспериментов, в которых это возможно. Значит, ну и вот имеется большое разнообразие режимов аттрактора в зависимости от того, какая форма имеет область, то есть вырождается либо она в прямоугольник, либо в треугольник. Ну и вот все промежуточные, так сказать, формы, это, ну вот в данном случае трапеция. Но могут быть, конечно, и какие-то другие области исследованы. Просто для трапеции эта задача теоретически в лучевом приближении изучена лучше всего. Ну и вот возникает большое разнообразие всяких режимов, которые вот здесь на этой карте показаны. И в эксперименте чаще всего изучаются вот так называемые аттракторы 1-1, то есть одно отражение от горизонтали, одно от вертикали. Ну просто потому, что масштаб этих аттракторов наиболее большой, и в них можно запустить нелинейный каскад. То есть это вот представляет наибольший, как мне кажется, интерес данной задачи. Ну естественно, можно и мелкомасштабные аттракторы тоже исследовать. Значит, вот теперь геофизические приложения. То есть, вообще говоря, можем ли мы надеяться увидеть эти аттракторы? Поскольку в эксперименте-то сомнений никаких нет, мы действительно их видим, и все прекрасно. Значит, возникает первый вопрос – это реализуемость аттракторов в незамкнутых областях. На это достаточно давно уже ответ был дан. Вот была статья хорошая Джона Флюд-Маккенник в 2011 году. Действительно, нам не нужно иметь замкнутую область, то есть достаточно иметь 2 горы, между ними может поселиться волновой аттрактор, и это можно, так сказать, получить эту картину как в расчетах, так и в экспериментах. То есть вот картинка, на которой виден шум, это экспериментальная картинка. То есть действительно в лаборатории это можно получить.
Значит, далее вот была интересная довольно статья Гуо и Холмс-Сифрон 2016 года, что если задать типичную топографию дна, то по их вычислениям получается, что примерно один аттрактор приходится на каждые 100 километров океанского дна в модельной плоской задаче. Ну, когда это докладывал в институте в Стекловке, значит, там были специалисты по бильярдам, и, так сказать, они резонно заметили, что на самом деле, ну, хорошо, что есть такие аттракторы, но какова же область притяжения для лучевого скелета аттрактора? То есть, если аттрактор может собрать энергию с большой площади, ну, наверное, он с большой длины, так сказать, тогда он будет мощным. Ну, хотя, опять-таки, в рамках лучевой постановки это ответ-то дать невозможно, поскольку лучи приходят из самых разных областей пространства и в разной фазе. Поэтому как они будут на аттракторе суммироваться, на самом деле, в общем-то, вопрос открытый, и, видимо, с помощью теории бильярдов на него не ответить. Но, тем не менее, вот такая, так сказать, задача тоже есть. Тем более, что совершенно непонятно, как эту область притяжения определять в мерной задаче. Ну, то есть, видимо, только численно можно такие задачи поставить. Значит, дальше вот встает вопрос о возможной локации волновых аттракторов в океане. То есть люди этим занимались, океанологи, пытались найти подходящие места, где это можно было бы наблюдать. Вот такое место наиболее хорошо изучено. Это Лузонский пролив вот между Тайванем и, значит, вот северным островом, так сказать, Филиппин. Там подводные горы имеют вид таких двойных хребтов, примерно как в предыдущем эксперименте, который я показал. Вот. И была такая статья не так давно, в 2015 году, даже серия статей в океанологическом китайском журнале. Значит, в одном случае они считали более глобальную картинку, это вот то, что подписано Бинг Тянь. И тут, если посмотреть вот на зум в этом квадратике, в прямоугольнике красном, то видно какую-то картину, которая напоминает аттрактор. А в работе вот Ванг Дженг и соавторов, значит, этот вопрос исследован более подробно, и получено, что действительно, в общем, можно наблюдать что-то очень похожее на аттрактор. В работе использовался, ну, такой классический коток океанографов, это MIT GSM, то есть MIT General Circulation Model. И вывод был такой, вот справа тут показано распределение частоты плавучести в разные сезоны, что, вообще говоря, аттрактор, скорее всего, является сезонным явлением. То есть бывает, так сказать, скажем, зимой, например, распределение частоты плавучести по глубине таково, что вот действительно аттрактор, можно получить эту замкнутую лучевую картинку и его наблюдать. А летом, например, нет. То есть это какой-то вот объект, который на самом деле очень чувствителен к изменениям окружающей среды. Вот. Но тем не менее, что-то обнадеживающее есть. То есть это были трехмерные расчеты. И, в общем, они дают основания надеяться, что, ну, по крайней мере, в такой системе вроде бы аттракторы могут быть. Вот. Но на самом деле это вот впервые было получено с помощью вот трассировки лучей, то есть вот в статье Танга и Пикака, вот, и далее вот было уже исследовано более подробно. Вот. Но для того, чтобы аттракторы реализовывались, пространственные задачи, так сказать, нужно исследовать также, возможно ли концентрация энергии на аттракторах вот в соответствии с законом отражения Филлипса. То есть в идеальной системе, если у нас падает луч на наклонную плоскость, то если мы будем глядеть на все это сверху, то получается, что волновой луч еще и поворачивает, и это создает механизм от концентрации энергии в определенных плоскостях, даже в трехмерной задаче. Ну вот эти соответствующие модельные опыты нами были проделаны в свое время, статья соответствующая опубликована. Действительно оказалось, что если вот мы построим достаточно длинную экспериментальную установку, закачивать в нее энергию внутренних волн мы будем с торца, то вот на предсказанном расстоянии от входа в этот такой своеобразный канал с трапециевидного поперечного сечения, в поперечном сечении будет возникать аттрактор, и это было показано экспериментально. То есть вот на расстоянии 250 мм действительно возник аттрактор, ну, примерно в соответствии с предсказанием лучевой теории. Ну и возможное место, где это можно, может быть, наблюдать когда-то, это канал Святого Лаврентия, это рядом с Ньюфаундлендом, есть такая вот промоина от древней реки, и она имеет форму трапеции. То есть это еще одно место, где можно это ожидать. Ну, на самом деле встает вопрос, реализуются ли аттракторы в неидеальной системе. Естественно, сначала этот вопрос поставили для систем лабораторного масштаба,
Об этом была подробная статья, вот достаточно уже давно, в журнале Physics of Fluids в 2010 году, исследовали следующие виды возмущений. То есть вот задавалась нелинейная стратификация, как это показано в левом верхнем углу, то есть вместо стратификации линейной, вот была такая система, ну можно сказать, что с таким слабо выраженным пикноклином. Для нее были посчитаны картинки лучевые, вот видно, так сказать, такие, ну, ромбы или такие, так сказать, прямоугольники, несколько деформированные, и сбоку показаны экспериментальные картинки для амплитуды и для фазы. Ну и видно, что, в общем-то, эти картинки довольно-таки неплохо соответствуют лучевым предсказаниям. Значит, далее, ну, понятно, что, скорее всего, у нас есть какая-то неровность дна. Ну, неровность дна в данном случае экспериментаторы заменили неровностью боковой стенки, сделали ее пилообразной, и шаг вот этой вот пилы они меняли в разных экспериментах. То есть в верхнем ряду показан случай гладкой стенки, видно здесь классический аттрактор, идеальный практически. Затем была пила, так сказать, небольшого масштаба, и видно, что аттрактор выживает в таких условиях. Но при этом как раз я обращаю внимание, что здесь ширина ветвей аттрактора, она больше, чем вот то возмущение, которое было наложено на стенку. Значит, далее, если мы заложим пилу, которая сопоставима уже с шириной аттрактора, то он начинает так, ну, в общем-то, разваливаться в каком-то смысле, но, тем не менее, его все равно хорошо видно, то есть, да, он существует и, в общем, может наблюдаться в эксперименте. Также и в областях с криволинейными стенками, например, вот для параболоида, много было и теоретических исследований на эту тему. То есть если параболический профиль достаточно точно изготовить, то в нем прекрасно можно наблюдать аттрактор и в случае криволинейной границы области. Ну хорошо, то есть получается, что в неидеальной системе лабораторного масштаба у нас аттракторы наблюдать можно. Но дальше встает вопрос, можно ли их наблюдать в неидеальной системе натурного масштаба. Вот, вот этот вопрос уже намного более сложным является. Вот в 2012 году в Journal of Sea Research была статья Деркема и Ван Харена, и они рассмотрели три варианта. То есть на самом деле проблема в чем? Проблема в том, что по сравнению с системой вот лабораторной, неидеальной, в натурной системе у нас стратификация по глубине, как правило, имеет прослойки. Это хорошо известно океанологам. И даже вопрос, как определить частоту плавучести, он является непраздным. То есть нужно какое-то осреднение вводить, ну, в каком-то движущемся окне и выделять какие-то масштабы, на которых мы явление изучаем. Вот. И вот они просчитали для одного и того же пролива, значит, это между рядом с Фарерскими островами, довольно важный пролив, по которому, так сказать, происходит водообмен с Северным Ледовитым океаном. Значит, они просчитали вот случай, когда постоянная частота плавучести задана во всей области, когда частота плавучести зависит от вертикальной координаты, это вот средний ряд картинок, и когда частота плавучести зависит от вертикальной и горизонтальной координаты, и есть еще осредненное течение вдоль канала, причем в каких-то местах оно от нас направлено, в каких-то к нам. Ну, то есть такая достаточно сложная, когда трехмерная картинка течения есть. Ну и, в общем, вывод у авторов такой неутешительный, что да, если система идеальная и частота плавучести константа, ну или даже если она зависит от Z, ну, наверное, что-то можно от аттрактора подобное наблюдать. А вот в случае, когда у нас наложено еще течение, в общем, картинка очень далека от всех этих предсказаний и, скорее всего, аттрактор является каким-то ненаблюдаемым объектом. Вот. Ну, теперь далее, так сказать, еще были работы о реализуемости аттракторов в неидеальной системе натурного масштаба. И исследовался эффект наличия среднего течения. Но на самом деле это просто тут некие наводящие соображения, потому что в самой работе исследовались, извиняюсь, не аттракторы, а некая модельная система. То есть в качестве дна брался реальный профиль бразильской котловины. Вот. Если бы у нас не было никакого наложенного течения, то волны у нас излучались бы приблизительно симметрично вправо и влево, дальше подвергались бы параметрическому резонансу и, значит, вырождались, как, ну, в процессе распространения, значит, вырождались бы в какие-то мелкомасштабные волны. Ну и соответствующая картинка для там 19, по-моему, дней расчета, вот она показана справа, то есть здесь вот показаны, так сказать, также лучевые картины вот для частоты, на которые заданы были возмущения. Ну а если мы наложим вот поток на все это, средний какой-то, то картина у нас сильно искажается и возникает эффект Доплера. То есть искажаются и лучи внутренних волн, и те углы, под которыми у нас будет, так сказать, расходиться вторичные волны, для которых случился параметрический резонанс. Более того, так сказать, да, результаты вот расчетов
показывает, что наветренный пучок внутренних волн обычно более подвержен неустойчивости, чем подветренный пучок. Ну, это вот была целая серия работ Фана и Акилоса, они в Journal of Fluid Mechanics были опубликованы. Но на самом деле вот эти вот картинки, они построены для некоторых очень таких предположений. То есть это модельная задача. На самом деле в расчетах здесь есть слой поглощения, который у нас расположен на свободной поверхности. То есть авторы не стали считать систему, в которой возможны аттракторы. У них вся энергия волн излучается в верхнюю полуплоскость. То есть на самом деле можно предположить, что если мы, так сказать, сверху эту систему накроем, у нас получится отражение волн, и действительно, может быть, в этой системе будут возникать аттракторы, из-за них там местной концентрации энергии расчет развалится. И, видимо, это и послужило причиной того, что авторы не стали честным образом эту систему считать, а рассчитали только модельную систему. Ну и, наконец, есть еще вот шестой, так сказать, фактор. Это наблюдаемость аттракторов даже в идеальных лабораторных условиях, но при наличии волновой турбулентности. То есть мы довольно много вот такую турбулентность исследовали, я про это рассказывал, но исследовалась она для систем, которые имеют аспектное отношение примерно один к одному. То есть длина и высота системы приблизительно одинаковы. И наблюдался вот механизм заселения спектра частотами и так далее. Это был довольно подробно изучен. Так вот, если мы возьмем систему уже более похожую на океан, то есть пусть у нас будет даже та же самая трапеция, но удлиненная по горизонтали. И мы рассчитаем вот две ситуации, причем амплитуды входных возмущений вот для задачки слева и задачки справа отличаются всего-навсего в 2,5 раза. То есть это не на порядок, а совсем немного они отличаются. Вот. В остальном обе системы абсолютно одинаковые. Ну и что мы здесь видим? Мы видим, что слева, так сказать, есть действительно аттрактор, его, в общем-то, легко увидеть глазом, даже несмотря на наличие неустойчивости. А справа, ну, тут нужно очень сильно напрягать воображение, чтобы представить, что в этой системе существует аттрактор. Но он-то и определяет всю динамику системы, потому что если бы, так сказать, мы исследовали систему, в которой бы аттрактора не было, то мы не достигли бы тех уровней энергии, на которых бы запускался эффективно триадный резонанс. То есть он, как вот аттрактор, тут похож на вот эту фразу, которая в народ ушла из фильма, как тот суслик, который как бы его... Он есть, но его не видно. Вот. И здесь в данном случае вот аттрактор играет роль ключевую, на самом деле, в динамике системы. Он запускает каскад, но сам аттрактор наблюдать невозможно. Поэтому вот океанологи говорят, что аттракторов нет, но вполне возможно, что они просто прячутся вот, под волновой турбулентностью. Ну и встает достаточно такие интересные актуальные задачи. Экспериментального исследования, исследования закономерности заселения частотного спектра и связи с теорией волновой турбулентности. Ну вот оказывается, что уже вот в этой постановке выясняются новые закономерности заселения спектра. То есть про то, что вот изображено на левой части этого слайда я рассказывал, как заселяется спектр субгармониками. То есть вот основная гармоника показана у нас стрелкой синей. И вот все, что под ней, то есть более низкие по частоте гармоники, значит, заселяются вот в результате этого каскада триадных взаимодействий. Можно показать, что все частоты связаны. Так вот, в этом удлиненной области все происходит совсем по-другому. То есть при малой энергии входной, значит, начинают заселяться кратные частоты. То есть если мы отнормируем на частоту входного воздействия, то это единичка, двойка, тройка и так далее. А если мы будем систему более сильно форсировать, то заселяются кратные частоты и полукратные, то есть 0,5, 1,5, 2,5 и так далее. То есть спектр заселяется совсем по-другому, чем модельная задача, которая показана слева. И более того, эта картина намного более похожа на то, что наблюдается в океане. То есть там как раз не зря его называют эту систему, так сказать, называют этот случай параметрическим резонансом. Вот. И видно, что на самом деле, если мы будем считать, вот в правом нижнем углу показан спектр, который получается при численных расчетах. Видно, что даже вырабатывается уже некий наклон у этого спектра, и можно посмотреть, как этот наклон согласуется или нет с теорией вот Львова, Табака и так сказать, других авторов вот для волновой турбулентности. То есть неактуальна проблема здесь сооружения экспериментальных установок и проверки всего этого на больших масштабах. Ну вот есть второе очень важное геофизическое, ну или даже астрофизическое приложение – это вращающаяся жидкость. Уже давно очень было осознано, что в вращающихся сферических оболочках можно поселить аттракторы. Вот первая публикация, видимо, была в журнале «Телус» в 64 году еще. И затем существует целая огромная литература про аттракторы в жидком ядре Земли, где насчитаны ну, такие красивые картинки. Они либо лучевые, либо, так сказать, используется линейная теория, то есть
ну, в приближении погранслоя, значит, ну, вводится модель вязкой жидкости, и в приближении погранслоя считаются вот эти вот лучи. Вот, здесь тоже много чего было проделано. Но возникает целый ряд вопросов. Значит, во-первых, как поставить эксперимент, чтобы хотя бы понять, что внутри есть ядро. То есть вот на картинке справа в верхнем углу показана вот структура Земли, как она соответствует современным представлениям. То есть есть внешнее жидкое ядро, которое, по-видимому, состоит из расплавленного какого-то железного сплава, есть внутреннее ядро, которое является жестким. И вот есть статья в Nature 87 года, где приведены наблюдаемые периоды и вычисленные. Я тут даже скопировал кусок текста, то есть вычислены периоды эти в предположении, что у нас несжимаемая, однородная, вращающаяся жидкость, которая полностью заполняет, значит, каверну, ну, нужного, так сказать, нужной эллиптичности. То есть это самая простая модель, которая только может быть, и видно, что периоды прекрасно согласуются с экспериментом. То есть даже вот на том оборудовании, на котором сейчас можно померить эти частоты, достаточно трудно детектировать, что вообще говоря, у Земли как бы есть ядро. И существует вот целая литература, какую нам все-таки выбрать моду, вот она тремя тут целыми числами обозначена, чтобы поставить корректный эксперимент и вот убедиться, что частота все-таки заметно отличается от того, что предсказано просто вот для сферической, значит, полости, заполненной жидкостью. Далее вот, ну, есть некая надежда, что, может быть, как-то можно выяснить влияние внутреннего ядра на диссипацию приливных инерционных мод. Но нет сомнений, что в эксперименте, наверное, это можно сделать, а вот как это сделать для натурной системы, это непонятно. Но здесь вот вывод такой, на самом деле, интересный, что для модельной системы достаточно иметь ядро размером 5% от радиуса жидкой полости, и диссипация вязкая в такой системе возрастет на порядок. То есть это, ну, какие-то ошеломляющие достаточно цифры. Но опять-таки неизвестно, соблюдается ли ламинарная теория погранслоя, которая здесь заложена в эти расчеты. Вот. Далее вот возникают еще такие интересные вопросы. Является ли азимутальная структура аттракторов инерционных волн тривиальной? То есть во всех предыдущих расчетах рассчитывается только поле внутренних волн в меридиональной плоскости. Экваториальная плоскость считается тривиальной, что в ней не происходит ничего интересного. Значит, достаточно ли вот рассмотрения в меридиональном сечении картины волн? Возможно ли формирование вихрей в экваториальном сечении, либо каких-то еще других крупных образований? Возможно ли формирование в такой системе волн Россби? Эти вопросы до сих пор являются открытыми. Ну и на самом деле интерес к подобным задачам, он постоянно подогревается, но обычно люди исследуют, ну, мелкие системы, то есть у них глубина намного меньше, чем их характерный линейный размер. Ну и в частности, вот для Юпитера не так давно появилась возможность наблюдать его полярные зоны, и вот оказалось, что в районе Северного полюса есть вот такой вот вихревой циклонический кластер, то есть в середине вихря, вокруг него еще 8 вихрей, которые уже 2 года наблюдаются. Ну, конечно, 2 года приличный масштаб для человека, но для Юпитера, наверное, он какой-то небольшой. А на Южном полюсе, хотя вроде бы планета довольно-таки сферическая и симметричная, наблюдается кластер из 5 вихрей вокруг центрального, иногда из 6. Вот. И существуют статьи уже там 2020 года, в которой, ну, показаны результаты долгосрочных наблюдений, и показано, что эти картинки, ну, действительно, они очень мало меняются. Наконец, вот волны Россби, ну, все хорошо знают волны Россби в атмосфере Земли. Ну, вот недавно тоже была интересная статья в Nature Astronomy, 2017 год. Это о детектировании волн, похожих на волны Россби, на Солнце. Они распространяются достаточно медленно и, возможно, отвечают за вот как раз долгопериодные циклы активности Солнца. То есть это тоже такая интересная тема, которая подстегнула активность. Вот. Ну, нам тоже не хочется оставаться в стороне, то есть хочется исследовать какие-то хотя бы модельные задачи, но которые вот относятся к этой тематике, которая показывает богатую динамику. Ну и вот здесь приведен слайд с классическим экспериментом для вращающейся жидкости. То есть одна из проблем, которые в этом встают, если у нас есть вращающийся какой-то лоток, и мы начинаем в нем вибрировать сетку. Ну, понятно, что без вращения мы генерируем мелкомасштабную турбулентность, а вот при наличии вращения можно увидеть, что в системе образуются концентрические вихри, причем преимущественно циклонические. Вот. Ну, понятно, что вот если мы, так сказать, эту систему немножко модифицируем и посмотрим, так сказать, вот на динамику уже волновой турбулентности в такой системе, то, может быть, увидим что-то интересное.
Вот. Ну и кроме того, достаточно известно, что вот в системе в такой, при численном моделировании, при эксперименте, вот действительно есть тенденция к появлению вихрей с вертикальной осью вращения и образованию вот таких структур вертикально ориентированных, и имеется асимметрия распределения вертикальной завихренности. На эту тему тоже довольно много есть работ. Вот, все знают, что макро числа Россби не хватает, чтобы эту систему характеризовать, и поэтому наводят статистику по микрочислам Россби, то есть это вот у нас вертикальная завихренность, которую мы там каким-то образом нормируем на вот частоту вращения системы. И далее можно, так сказать, исследуя вот функцию плотность распределения вероятности вертикальной завихренности, смотреть, как в этой системе нарастает циклонически, антициклоническая асимметрия. Ну вот, собственно говоря, вот проблемы я здесь обозначил на этом слайде. Вот, основной тут один из вопросов, достаточно ли формализма волновой турбулентности для описания насыщенного турбулентного режима. Ну и сразу можно дать ответ, что, скорее всего, недостаточно, потому что раз у нас волновая турбулентность, значит, все объекты обязаны быть волнами. Вот, а в эксперименте, ну, часто наблюдается вот переход от этого газа волн к вихревому конденсату. То есть, а вихрь – это, как говорится, уже единичный объект, который по другим законам эволюционирует. Затем влияние физических границ области на квазидвумерные объекты – тоже очень такой вопрос открытый. Вот, поскольку на границах области возникают эффекты Экмана, значит, погранслои Экмана, и как их учитывать, тоже, в общем, недостаточно изучено. И, значит, нужно для уже анализа экспериментальных данных, либо численных, как-то разделять 3D-объекты и квази-2D-объекты, то есть нужно придумать какую-то методику. И также один из ключевых вопросов – это неустойчивость узких волновых пучков, которые тут наблюдаются и численно, и в эксперименте. То есть в этом случае возникает конечность порога возмущения, которая нужна для запуска террорного резонанса, что сильно нам усложняет всю жизнь. Вот. Ну и кроме того, известно, что вот если мы будем регулировать каким-то образом значит, эффект Экмановский, то можем получить самые разные вещи. То есть вот обычно проводят вычисления вот в таких кубиках, то есть это область с тройной периодичностью, и в ней можно получить как вот внутренние волны, так и, значит, увидеть, как энергия переходит вот в эти вихри вертикально ориентированные. Но если мы будем дозированно, так сказать, руками вносить диссипацию в систему, то мы можем повлиять на рост вот этих вот вихрей. А в реальной жизни это вносится как раз эта диссипация, в том числе и эффектом, значит, Экмановского погранслоя на стенках. Значит, здесь еще вот есть литература определенная по аттрактору инерционных волн в прямоугольных областях. То есть здесь вот для генерации использовалось либо модулированное вращение, либо вот колебания верхней стенки. Значит, были получены картинки, которые похожи на аттракторы, но на самом деле в этой системе возникает очень сильное течение в горизонтальной плоскости. А как я уже, так сказать, говорил, течения, они, в общем, очень сильно влияют и на дисперсионное соотношение, и на неустойчивость. То есть это вот вопрос такой тоже нетривиальный. Ну и вот нами была придумана, в общем, другая постановка, что все-таки очень полезно было бы поизучать, как динамику аттракторов в кольцевых именно областях, куда возмущение вносится вот путем деформации верхней крышки. То есть либо это осисимметричная деформация, либо нутация, как я, значит, расскажу позже. То есть система такая близкая классическая, сечение похоже здесь на трапецию, ну, вернее, трапеция в хорошем приближении. И вот мы смотрим, как эволюционирует аттрактор в данной системе. То есть в сечении меридиональном мы видим триадный резонанс, как этот аттрактор постепенно разваливается, но мы, тем не менее, можем его наблюдать вот, в численных расчетах. И видим, как, значит, что в экваториальном сечении структура волн в высшей степени нетривиальна. То есть могут образовываться либо картинки вот такие более-менее, значит, регулярные, либо вот волновая турбулентность. Ну и вот в эксперименте было показано, что в такой системе могут возникать кластеры вихревые, которые являются устойчивыми, существуют долгое время. Эти кластеры как раз напоминают вот эти кластеры, которые наблюдаются на Юпитере. И, значит, если мы вот сигнал отфильтруем на нулевой частоте, то мы видим, что, в общем-то, и система, она достаточно инвариантна по вертикали получается. И по иронии судьбы, число вихрей тоже равно 8, и в середине, так сказать, ну, сидит вот цилиндр, который у нас как бы моделирует вихрь. И в этой системе прекрасно можно наблюдать циклонически антициклоническую асимметрию. То есть это тоже было проделано, соответствующая статья послана.
Ну и открытый вопрос здесь – это устойчивость вихревого кластера. То есть на самом деле вот вся информация по устойчивости вихревых кластеров, она вот в этой недавней статье описана, история задачи. Эта задача довольно классическая, с длинной историей. То есть это либо вихри, расположенные вот без центрального вихря по окружности, и их там ну, вот от 2 до 8 исследована, так сказать, классическая задача. Вот для этого числа вихрей можно наблюдать, так сказать, устойчивые комбинации циркуляции и расположения этих вихрей. Либо, так сказать, можно поселить еще центральный вихрь в этой системе, тогда возможны ситуации либо вот с устойчивостью, либо, вот как показано, здесь могут быть и неустойчивые системы, в которых вихри, значит, куда-то убегают потом от центрального вихря. То есть вопрос остается открытым. Ну и далее вот еще очень интересная ситуация, это когда у нас система с амфидромной точкой, то есть когда у нас она возмущается нутацией верхней крышки. То есть эту систему мы начали исследовать недавно. В численных расчетах было показано, что запускается триадный резонанс, наблюдаются вот такие вот красивые картинки на различных этапах, так сказать, развития процесса. При этом аттракторы формируются только при ретроградной нутации, то есть при нутации в обратном направлении, несмотря на то, что вот лучевая картинка, казалось бы, должна быть той же самой, никаких аттракторов не наблюдается. Это тоже требует объяснения. Вот это в 3D картинка показана. Ну и вот то, что недавно было показано в экспериментах Станиславом Субботиным. Значит, вот мгновенное поле скорости и завихренности, цветом завихренность показана. Значит, видно, что картинка очень похожа на то, что наблюдалось в численных расчетах Ильяса Сибгатуллина. И если вот взять, уже осреднить по периоду колебаний, то видно, что образуется некая структура, которая медленно дрейфует в ретроградном направлении. То есть, в общем, есть подозрение, что, значит, наблюдается вот что-то наподобие волн Россби. Но этот вопрос, конечно, нужно исследовать более детально, понять, как число волн в азимутальном направлении зависит от сдвига в этой системе, ну и от прочих ключевых параметров задачи. То есть здесь ожидается богатая динамика. Ну и вот выводы, так сказать, первый вывод в том, что я, ну, видимо, должен был и, наверное, посеять здоровый скептицизм о наблюдаемости аттракторов в океане. У меня есть более, как говорится, больший оптимизм о том, что аттракторы, наверное, могут наблюдаться вот во вращающихся системах, но пока непонятно, какую, так сказать, переменную нужно исследовать вот людям, у которых есть чувствительные гравитометры. Ну и очень интересный результат, что вот возможна генерация полигональных кластеров циклонических вихрей и генерация волн Россби. То есть обычно в литературе исследуются области, вот как я уже говорил, мелкие по глубине, но вот у нас в экспериментах показано и в численных расчетах, что можно наблюдать это и вот в областях, которые, ну, наверное, вот и в сферических областях что-то подобное можно наблюдать. Это очень интересно, может быть, внутри вот каких-то небесных тел такие режимы наблюдаются. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Евгений Валерьевич. Вопросы, пожалуйста. Только, пожалуйста, не забывайте включить микрофон. Так, можно вопрос задать, Пеленовский? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Вопрос такой. Вот как бы у вас сейчас аттрактор, так скажем, выделяется